Ребята, это ирисы. Ирисы. Постараюсь сегодня вам показать красоту. Всем привет. Ребята, вышел совсем с другого этого выхода Хрещатик. Всегда выходим из того популярного выхода, прям на улицу Хрещатик. А сегодня вышел из другого входа-выхода в Хрещатик, никогда не выходил. И сегодня пройдемся по очень интересным местам. Гляньте, тут вообще пустота. Никого нету. Сейчас попадем с вами. Ой, что они тут переодеваются? А что это будет такое? А что это за экзотика такая? А что это будет? Прям хоть на заставку переставь. Ой, капец. Это Киев, короче. Сейчас, короче, пойдем с вами на этот дом с привидениями, ребята. Что я говорил? А, я говорил, что этот дом с этими, с химерами. Потом еще этот с президентом этот дом, или как оно называется? Как оно правильно называется, дом с президентом? Администрация президента. Администрация с президентом. Национальный банк. Короче, что они там вытворяли, я так и не понял. Ребята, никогда так не было, очень близко. Смотрите, Национальный банк Украины. Институтская 9. Ой, сейчас подойду еще поближе. Вот так прям какой-то в центре Индии. Тоже очень интересно. Гляньте, какие интересные колонны. Так, немножко наближу, приближу. Прям тоже интересно. Вау, никогда так близко тоже не был. Так, немного на дорогу вышел. Но правда есть какие-то мотивы из Индии? Или то есть мне хочется просто, просто чтобы это было похоже на Индию? Ну, интересно. Очень красивое здание. Национальный банк. Он там сверху даже написано, выложено буковками. Так, сейчас я вас отведу еще в одно место интересное. Я там тоже был очень давно и не снимал ничего. Там было все закрыто. Сейчас не буду вам ничего рассказывать. Оставайтесь со мной. Все самое-самое интересное вас ждет в этом видео. Не, ребят, точно Тадж-Махал. Так, расцветают каштаны. Ой, не дотянусь до каштанов. Гляньте, какие красивые, ребята. Пройдемся над улочками с каштанами. И сейчас мы с вами попадем Дом с химерами, как он правильно называется? Дом с химерами. Эней. Это как, не знаю, что это такое, Эней. Но тоже какое-то интересное здание. Гляньте, тут тоже фоткаются. Эней. А что это такое, Эней, ты не знаешь? Эней, что это? Ну, написано вон. А я хочу подойти. Гляньте, какие красные каштаны, ребята. Ого. Красные. Зацвели каштаны красные. Прикольно. Так, Эней. А, литературная кофейня. Понятно. Кофейня. Странно, такая кофейня. Так, будинок. Письменников. Гляньте, какая-то сирень. А пахнет как вообще. Классно пахнет. А ты видел красные каштаны? Да, это дом писателей. Вообще идешь как в этот такие? Да, да. Наверное, потому что машин мало, территория такая закрыта. Банково. А я не знаю, раньше было закрыто. Это так, хорошо, у меня селфи-палка, я могу дотянуться до этих, до красных каштанов. А что, была закрыта? Раньше была закрыта.
Эта территория была закрыта, да? Когда президент Зеленский стал, территория открыта для посещения. То есть эта вся территория была закрыта, когда раньше были президенты. Вот там дальше. Она и сейчас закрыта. Ладно, давай, наверное, на эту сторону. Она и сейчас закрыта. Тут живут, наверное, это всякие эти. Вообще не знаю. Такие дома. Дороже из них. Квартира здесь, наверное, по миллиону. А вон этот дом с химерами, да? Да. А когда стал президент? Нет, открыто, видишь, люди гуляют. Зеленский, то да, открыли. Раньше эта территория прям так обнесена была и никогда, ну, туда вообще невозможно было попасть. А вон, ребята, уже видно эти всякие чудовища. А, видишь, наверное, какая-то реставрация, да? Ну, как она называется? Реставрация. Реставрация. А, вот тут запись происходит, это новогоднее поздравление президентов. Ой, сюда не пускали людей, ребята, а сейчас мы сюда сами зайдем, вы представляете? Сейчас я буду вас здесь поздравлять. Кстати, можно записать поздравление. Сегодня день вышиванки, кстати. День вышиванки? А, я думаю, что все в вышиванках вон там гуляли. Ля, дроны нельзя, да? Нельзя, гляньте. Вон всякие вот эти химеры всякие. Этому дому уже 120 лет. Ого. Короче, идет реставрация, да? В нем экскурсии даже проводят. Сейчас подойду поближе тоже, и посниму. Надо, издалека, вот, чуть-чуть с другой стороны. Сейчас обойдем немножко с другой стороны. Ну, тюльпаны тоже. Я планирую еще на Хрещатик сегодня. Если по времени получится, то зайдем еще на Хрещатик. Там очень красивые тюльпаны. А я еще хотел поехать в этот, как его, Добропарк. В Добропарке вообще шикарные тюльпаны тоже высажены. Вот, ребята, этот дом. Гляньте, обратите внимание. Сейчас я подойду поближе и приближу камеру. Рассматривать очень интересно. А он платный, если зайти? Там экскурсия, мне кажется. Глянь, там и эти лягушки сверху. Сейчас я... Глянь, такие лягушки. Ой. Я вижу лягушек. Вот там эти носороги, олени, улитки какие-то. Кто там еще? Какие-то эти... О. Рыбы какие-то. Смотри, слоны, газели, носороги, ага, на фасадах дома. Читай. Рыболовецкие снасти на углу дома Городецкого. Рязка на фризе. Это, наверное, вот это то, что закрыто. Закрыто, да. Ага. Так. Девушки с рыбами наводят на мысль об озерной глади. Ну да, вот эти вот как русалки. Цветы, которыми украшены стены дома. Растение африканское, растущее вдоль берегов рек. А когда заходишь в парадное подъезда, то посетитель оказывается как бы на дне озера. Там осьминог, который опускается с потолка. Ну, короче, весь дом, вся архитектура выполнена в вот этих вот диковинных животных, растениях. Да, видишь, там реставрацию делать, потому что наверху видно по такие трещинки, да, вот эти, блин, рыбы, не рыбы, кто они, такие страшные. Женщины. Ну, женщина, вот эти рыбы. Видишь, как трещины? Ну да, это надо реставрировать, 120 лет, там уже постоянно погодные условия. Условия, да. Красивые, да? Сейчас солнце засветит. Да. А это президент Украины здесь, да? Офис президента. Офис президента. Шановні українці. Цей святковий день. Хочу вас привітати, побажати всього вам найкращого. Ukraine. А що таке 30? 30 років в цьому році. А що 30? Незалежність. А, незалежність. Да, в цьому році якісь будуть торжества. 30 років незалежності України, да? Понятно. Ну да, нужно когда-то пойти и поснимать в середине. Я бы пошел туда. Ну, я думаю, попадем еще туда. В дом химер. Ой, ель такая классная, елки. Гляньте, уже пустили молодую эту. Желтые это молодые росточки. Да, и вот это вот все здание. Все-все-все тут, все президенты решали судьбу Украины. А, подожди, а вот это вот, что, и напротив жилой дом? И причем, посмотри, ну, самые простые окна. Самые простые, да, окна и самые простые балконы, да? Да. И что, здесь, наверное, квартиры дорогие?
Ну, я думаю, не самый дешевый. Ну, по сути, ну, а люди, ну, по окнам, судя, по балконам люди живут... Здравствуйте, а где у вас, какой у вас вид из окна? Необеспеченный. Люди живут, как бы я бы сказал, необеспеченные, так сильно по балкончикам видно. Ты завтракаешь там, на балкончик вышел, завтракаешь и смотришь, что люди правят судьбой страны. Тюльпаны, видишь, ну это необычно, это вот эти, наверное, какие-то реально сортовые, какие-то голландские. Желтых таких я вообще не видел, посмотри, там такие лепестки, они аж сочные. Они толстые, такие, знаешь, да? Твердые, такие, знаешь, аж, знаешь, такое вот возьмешь, и кажется, они и не сломаются, и не помнутся, очень эти красивые тюльпаны, да? Ну да, они красиво, когда их не два, не три, а целая куча. Я говорю, сейчас нужно поехать в Добропарк, да? Да. Все, ребята, я впервые побывал вот здесь, на этой улице, где президент всех поздравляет, где решает все свои дела. В доме химер, я думаю, я еще побуду, ну, зайду в этот дом, где все химеры. Все, прогулка продолжается. Я думаю, вы поставите мне лайки. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.